Всем привет! Это стандартная программа Tuya, которой можно подключать различные устройства для удаленного управления. В данный момент у меня сейчас подключен термостат. Заходим внутри, появляется окно, в котором сразу же показывается температура, которая на датчике, и температура, которая в помещении. 28 градусов – это температура датчика, 26,9 – температура в помещении. В нижней части у нас есть возможность включить устройство, либо выключить. Включить детский замок. Сенсорный экран не будет активен на устройстве. Что у нас есть? Выбор режима. Либо вручную настраиваем температуру, как на устройстве, на выносном, либо здесь в самом приложении. Режим программирования, несколько режимов встроенных, и температура, заданная через само устройство. Режим настроек. Есть настройки как по дням недели, если у нас неделя, к примеру, 5 к 2, 6 к 1, либо полностью можно настроить всю неделю, каждый день будет одно и то же задание температуры. Настройки программирования недели. Так как мы там задали, что у нас 5 дней рабочих, 2 дня выходных, здесь уже автоматически, либо можно вручную поднастроить, когда у нас во сколько какая температура должна быть в помещении. Либо в определенном месте. И температура выходного дня. 8 часов 22 градуса. В 23 часа 16. Это комфортная температура во время отдыха. А включение звука. Во время переключения на устройстве происходит подтверждение спикером. Настройка яркости, низкая, средняя, высокая, либо вообще полностью выключаем экран, но он на самом деле, устройство работает, просто экран не показывает температуру. Калибровка по температуре, если у нас какой-то датчик может врать. Задание максимальное, настройки температуры до 60 градусов, она также регулируется больше-меньше. Вот как раз вот температура, при которой происходит задержка при включении 1 градус. Если у нас в помещении будет 26 градусов, на улице 27 градусов, тогда оно включится. Если будет разница менее 1 градуса, то температура не, то у нас термостат не включится. Можно включить чуть меньше, либо чуть больше. Это сделано для того, чтобы когда температура часто меняется, устройство не включалось, а происходила какая-то выдержка во времени. Выбор датчика у нас либо встроенный, либо датчик выносной. Ну и здесь еще есть такая интересная особенность, как защита от холода. Можно включить, и само устройство будет слегка подогреваться. Сброс на заводские настройки. Время срабатывания датчика порядка 2-3 секунд, так что когда вы переключаете, он включается не сразу, а буквально через несколько секунд. Слышите, да, что во время работы 2 секунды 3-4 выдержка идет.